сделать всю эту контуру и вот так вот взять и все закрасить. На столах листы бумаги, карандаши и краски. В воздухе витает атмосфера творчества и жажда новых знаний, поделиться которыми с химчанами пришла мастер по городецкой росписи Татьяна Ключникова. Специалист рассказала об истоках этого вида творчества, о его постепенном вымирании и возрождении, центром которого стал город-городец в Нижнем Новгороде, а также об основных элементах росписи. Основные элементы городецкой росписи – это розанчики. Это вот эти вот внизу розанчики, вот эти вот красненькие, желтенькие. Купавки, вот эти голубенькие, листочки, еще есть ягодки, самые миленькие. Для многих участников встречи это первые шаги в изобразительном искусстве. Пенсионерка Наталья Старцева осталась довольна своим творческим дебютом. Она регулярно посещает мастер-классы в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Ой, научилась рисовать. Никогда не рисовала, а теперь рисую. Творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. Например, из газеты «Химкинские новости» в разделе «Афиша». Можете прочитать мероприятия все. И если есть желание, вы можете поделиться этой афишей со своими друзьями, со своими соседями. Распространить ее. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.